Хорошо, давай, давай подобрее, попозитивнее. Ваня Очаровашка. Ваня Очаровашка? Не знаю, как-то очень. Нет, он очаровательный, да, но он же еще у нас все время подкалывает. Подкалывает, да. Издевашка. О! Ваня Издевашка! Встречай! Иду к тебе, открывашка! Удачно для вас. Прекрасно, почему не удачно? А из-за развода переживаете? Я? Да. Какого развода? Вашего. Моего? Отойдите, Подожди, я Счастливое число к моему. Вот в чем отличие, когда ты получаешь свою первую награду и вот крайнюю? Я помню свой первый золотой граммофон. Я также была в берете, только в красном. Я была очень смешная, похожая на красную шапочку. Что вообще чувствуешь, когда вот стоишь на сцене Кремля? Ну, сегодня я расплакалась, честно. Я представляла своих спасителей, реаниматологов, которые, в общем, спасали меня в этом году. Буквально с того света вставали. И, в общем, я так расчувствовалась, я вообще очень впечатлена. Как у вас вообще сейчас здоровье? Все уже хорошо? Да, я уже как новый кажется. Ну вот для вас идеальный Новый год, он какой? Как будете праздновать? Со своей семьей, конечно. А какие вы топ-3 подарка, которые Дед Мороз везет? У меня настолько все есть, что в общем, я уже все получила. Спасибо. Так, надо выключить свет, да? Я чуть забыл выключить свет. Для начала споем, а потом уже посмотрим. Я надеюсь, что меня ждет еще замечательный дуэт. С очень хорошим артистом. Пойдем переспевать. Твои подарки. Я люблю разных. А, что человек был хороший. То есть одним не ограничиться. Ищи сразу парень. Еще несколько. Скажи, требования. Обязательно чувство юмора. А не люблю очень вкусные. Чтобы ел хорошо. Я люблю кормить. Вот. Калю люблю кормить. Вот. Ну и, конечно же, мне хотелось, чтобы он все-таки у него была нормальная работа, он был состоятельный. А если ты все-таки, понимаешь, он состоятельный, если в какой-то момент ты будешь зарабатывать чуть больше, чем он тебя стоит, то если чуть больше, тысяч на 10 рублей, то нормально. Берем, да, берем. Мне кажется, слушай, если... А профессия ваша? Конечно. Главное, чтобы не фигуристы. Да, главное, чтобы не фигуристы. А если он в разводе? В разводе, ну, а нормально. Если слушайте, ну, мне тоже уже не 20, поэтому я тоже много раз сходилась. Поэтому и после развода прекрасно, что он опытный, но опыт в семье. Я тебе если хочу... Подарка, который ждете от Деда Мороза на Новый год. Серьги с бриллиантами, сумочку и... Наверное, поездку отдыхать на море. Я недавно вел свадьбу молодых людей, где оказалось, что парень и девушка познакомились на сайте в интернете. Они оба из хороших семей, такие очень культурные, и нашли там свое счастье. Поэтому не надо ничего стесняться, не надо ничего бояться. Надо просто двигаться
и всегда найдете свою судьбу. А вы бы так смогли, конечно, познакомиться? Вы бы так смогли? Ну мне что в интернете знакомиться? Мне никто не верит, что это я. Шикарно, да. Да, пожалуйста. Спасибо большое.